Пресс-конференция в формате телемоста «Москва-Санкт-Петербург-Екатеринбург», посвященная вопросам женского здоровья, прошла в информационном агентстве ТАСС 18 апреля. В Москве в мероприятии приняли участие заведующий кафедрой акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета повышения квалификации медработников РУДН Виктор Родинский, член общественного совета при Минздраве, руководитель управления социально-политических исследований в ЦИОМ Кирилл Родин и полномочный представитель компании «Гедеон Рихтер» в России Аттила Варади. На связь из Санкт-Петербурга вышел руководитель клиники акушерства и гинекологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени Павлова Виталий Беженарь. Из Екатеринбурга в пресс-конференции приняла участие заведующая кафедрой акушерства и гинекологии Уральского государственного медицинского университета Татьяна Абаскалова. На мероприятии были представлены данные ежегодного исследования уровня грамотности россиянок в отношении репродуктивного здоровья «Индекс женского здоровья Гедеон Рихтер», которое было проведено в ЦИОМ по инициативе фармацевтической компании «Гедеон Рихтер» в рамках социального проекта «Неделя женского здоровья». Одно из знаковых событий этих дней – открытие 22 апреля в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» уникальной выставки «Гербер» – цветка, являющегося символом проекта «Неделя женского здоровья Гедеон Рихтер». Выставка будет работать по 9 мая.